принципе, то, что хотелось, конечно, не получилось. Да, мы расстроились. У нас нет основного вратаря. Поэтому линия обороны, линия вратарская была слабая. Причина все из-за этого. От этого и настрой нашей команды на эту серию. То есть первую игру где-то мы зацепились, там постарались, но у нас физических сил не хватило. Команда Саров более свежее, быстрее. Количество их народу больше. Ну, второе место – это тоже почетно. Да, конечно, для нашей команды это огромное достижение. Мы к этому шли. То есть 3 года мы к этому шли. И то, что мы вообще вышли в финал, для нас это очень... Мы очень рады этому результату, так скажем. Поэтому общекомандный результат, общесезонный, для нас самый хороший. То есть только положительные эмоции у нас. Какие дальнейшие планы? Отдыхать. От хоккея отдыхать. В следующем сезоне нас порадуете? Надеемся, что мы будем участвовать в этом первенстве, в этом чемпионате. Думаю, что да, конечно.